Доброе утро, друзья. И вот вновь мы приехали на речушечку. Ух, надо тут проходить. Кустарниками все зарастает. Сзади где-то вон идет Серега через кусты. И я. Сегодня мы приехали на большую речку порыбачить на спиннинге. Будем пытаться ловить рыбу всю абсолютно. Заточены больше, конечно, на хищника. Я хочу сегодня поймать такую более-менее хорошую щучку. Ну, конечно, и хариуса тоже. Сейчас выйдем сразу на перекат. Будем пытаться по хариуса, а дальше уже пойдем на более сорную рыбу. Так что идем к речке. Погода хорошая, но переменчивая. В любой момент может пойти дождь, потому что уже пока мы ехали сюда, дождь где-то уже раз 5 точно начинался и переставал. Серега, как сказал, мы готовы ко всему. Взяли с собой плащи и, ну, и прочую одежду. Так, вот все, выходим к речке. Тропа. Да, тропа примята. Кто-то здесь уже, конечно же, был. Вон, судя по вот этим вот примятым лопухам. Вот мы и на речечке. Вот и речка. Воды, конечно, еще многовато. Воды многовато. Да ее очень много, Слава. Да? Тут всегда острова были. Смотри, острова даже нет. Ну, ничего не поделать. Ну, это может быть его и даже замыло. Да. Ну что, начинаем рыбалку? Серега сейчас пробомбит перекатик здесь, а я пойду сразу туда, немножечко вниз, и начну рыбачить оттуда. Также Серега попробует перейти на ту сторону, ну, чтобы по одному берегу друг с дружком не ходить. Серега будет идти рыбачить по той стороне, я буду рыбачить по этой стороне. Ну, я где-то там не смогу докинуть, он где-то здесь не сможет докинуть. Поэтому как бы идти по двум сторонам речки – это наиболее эффективная рыбалка. Пройти мне осталось совсем немного, метров 100. Будет там выход на речку, и оттуда начну я свою рыбалку. Так, ну что, вышел тут на первое местечко. Серега вон он идет по реке. А я тут вдоль берега проведу. Посмотрю. Сегодня буду рыбачить, пока начну, на блесну, вот такую аква. Стоит дешево. 125 рублей. Одна блесна. Посмотрим, как она крутится. Опа. Ну, против течения она в любом случае будет крутиться, да. Как она будет крутиться по течению. Ну, против течения отлично. Ну, что-то как-то крутится. Опа, опа, есть. Есть, ребята, что-то есть. И довольно-таки неплохой. Щучка. Щучка. Аккуратно выводим. Ну что, в этом году первая щука у меня. Первый карандаш. Смотрите. Взяла прям с течения. Блин, вообще офигеть. Ну, классно. Серега тоже что-то поймал первого. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите, какая красавица. Давай, опа. Есть. Есть опять щука. Ребята, выход был хороший. Щука-то уже была покрупнее. Даже фрикцион сработал. Что мы сейчас сделаем?
Сейчас поменяем блесну и поставим сюда. Мы уже, у нас, видите, без поводка металлического. Сейчас поставим сюда металлический поводок, потому что щука была довольно серьезненькая. Сейчас быстро все переделаю. Сразу же, только блесна опустилась, сразу же. Знаешь, на какую? С рыбкой. Так, что, поклевка есть? Поклевка есть. Правда, не знаю, что это вообще. Бля, щука опять. Причем уже там, а. Да нет, небольшая. Но взять уже можно. Блин. Опа, опа, все, взяли. Взяли, ну это, блин. Ну грамм, да. Грамм где-то 600. Че, вот она сразу, смотрите. Взяла, вот, на первую экспериментальную. Эту мы уже, пожалуй, возьмем. Это уже более-менее хорошая щучка. Так, ладно, сейчас буду отцеплять ее. Возможно, тут даже еще одна есть, потому что она вышла прямо из-под кустов первая, а та прям сдалека вышла. Так, ну что, друзья, я со своей блесной новой, которую уже вытянул щучку, перехожу на следующее место, так как здесь все закустарено очень сильно, и, возможно, скинуть спиннинга нет. Сейчас здесь попробую прорваться через вот эти вот дебри. Дебри, конечно, ужасно. Может, вот здесь. Сейчас пройду вот тут, вот, наверное. Там выйду, там вроде как небольшая поляночка. По полянке пройду. И там есть дальше мысок. Попробую передать с этого мыска. Там также, возможно, щука, хариус, окунь. Все, что угодно. Вот, да, смотрите, какая тут проплешина такая небольшая. Перейду на следующее место и буду пробовать там. Поставил опять аку желтенькую. Попробуем выудить отсюда окуня. Окунь гнался вот оттуда. За большой блесной. Посмотрим, может, возьмет на маленькую. Угу. Вот он есть. Вот он первый, ребята, окушок. Небольшой, но все же. Этого, пожалуй, я возьму. Хотя, плыви, брат. Ча. Подходим к очередному интересному месту. Трава, но тут по-любому должна быть хищница. Не знаю. Может быть, там, но туда я не кину. Блин, сейчас попробуем сделать проводочку вдоль травы. Сколько прошел уже? Вот две штучки и все. Один окушок. Тишина. Вот хариус, мелочевка. Серега там вот остановился. Тягает. Ну, хариус в основном мелкий. Как бы, блин, не знаю. Неохота таскать его. Крупного, как бы, перед Серегой цепляется, но отпускает. Я, как бы, еще пока иду по щуке, сейчас скоро надоест, тоже, наверное, перецеплю и буду хариуса пытаться ловить. Ну, здесь вот у меня вот вроде бровки, но особо хариус не плескается. Сейчас здесь пройду еще по щуке, по этой вот бровочке.
бы поменять наживку. Удар был прям хороший. Явно здесь стоит щучка. Рыбалка. Плюхает, но я до него не дошел еще. Красавица. А колебалочку взяла сразу. Ну как так? Сломал спиннинг. Блин. Что делать? Трындец. Такая маленькая щука и, блядь, полом спиннинга. Ну это трындец. Ну аккуратно же выводил. Фу ты, бля. Ой, придется чинить его. К сожалению. Вот такая вот небольшая щучка сломала вот такой вот отличный спиннинг, на который, блин, вытаскивал по килограмма, по два и по три, бля. Ёбка романа. Спиннинги кое-как ремонтировал, это колено всунул в это колено, ну и замотал, чтобы оно не болталось. Вроде сильно не болтается, а люфтов сильных нету. Я думаю, до конца рыбалки мне хватит. А сейчас мы попробуем здесь покидать на хариуса. Щука прям вышла, прям сюда меня увидала, пульк. Хорошая, нет? Ну такая, средненькая. Вот я говорю, когда хариус, то он тоже тут рядом должно все быть. Костыль! Это не серьезно. Это не та. Это костыль маленький. Или карандаш, как у нас ее называют. Да уж. Так, я перецепился на хариуса. Покидаю сюда по хариусу. Маленькой блесенькой. Медной и мушечками. Далековато, конечно, плескается. Ну, сейчас попробуем подойти. Если одного хоть поймаю, то тогда схожу за каном. Угу. Кто-то зацепился. Ну, маленький опять же.
такие вот сегодня и клюют. Да. Почему я не хочу нахариться сегодня особо? Угу. Подсел. Что-то чуть-чуть покрупнее, но все равно мелкий. Вроде как. Ну сейчас посмотрим. Попробуем его вытащить. Что это, зацеп? Ну, зацепился. Блин, ну маленький. Нафиг. Бывает. Бывает. Так, ну чё, я пошел немножко назад. Серега хочет тут еще походить. Полчасика, 40-50 минут покидать вот островки. Все. Быстриночки, а я пойду назад и там пробомблю. Как будто вообще его нету даже. Дельфинарий. Ого, Серега. Трофейного, Серега тащит трофейного. Было мушек. Да. А. По 200. Утки летают две. Хариус идет. Опа. Ну, блесну взял. Вот такой вот красавчик. Есть кто-то. Ох, вот это, наверное, первый у меня сегодня достойный. Но. Опа. Блин, зацепился за этот, за траву. Я просто. Сейчас я буду тебя вытаскивать потихонечку. Ура! Ну вот этот более-менее. Ну, в принципе, такой же тот был первый. Вот этого парня я уже, наверное, возьму, потому что, блин, ну больше я не поймаю. Больше нету. Согласен, да, что этот еще как бы недостоин. Хотелось бы больше. Ну, блин, возьму я парня этого. Ну, вроде как неплохой. Так, благополучно мы его отцепили. Следующий заброс. Максимально далеко. Надо тут стараться кидать. Хотя он может быть везде. О, зацепился, но, ребят, маленький зацепился. Опа.
Домой, домой. Вот зацепился прямо возле берега. Уже тут при выводе. Так что, может, далеко и не надо кидать сильно. Опа! Так. Вот, наверное, мы закончили рыбалку. Возвращаемся к началу. К месту нашей, так сказать, стоянки. Первоначальные, блин, такие бурелома. Рыбалку заканчиваем, точнее уже почти закончили. Сейчас еще выйду сюда на бережочек, построю Серегу, может, еще покидаю тут рядышком. Ну, пожалуй, все. Рыбалка получилась вот такая. Рыба вся мелкая, ничего достойного не поймали сегодня, вообще ничего. Щука мелкая, хариус, блин, тоже не крупный, мелковатый. Всем пока. До новых встреч. Я думаю, что следующие рыбалки будут намного интересней. Воды, потому что еще немного многовато. Я думаю, что еще поэтому. Плюс у нас еще холодная погода. Ветер северный дует. У нас тут какое? Уже вторая половина июня. А я еще вот хожу в свитере, в рубашке. Так что как-то так вот. Серега там где-то хрустит. Так что как-то так. Всем пока. До новых встреч.